Привет! Мы пришли за покупками в магазин, потому что скоро новогодние праздники, и нам надо что-нибудь купить новогоднее и поднять себе настроение. Да! Идем за покупками. Я здесь сижу. Попали мы в сказочное царство всяких игрушек разных, и сразу мы нашли сапожки. То, что нам надо, ведь скоро Святого Николая, и нам нужно выбрать сапог, куда нам Святой Николай положит подарочки. Так, Тим, тебе что? Синий? Да. Так, берись тогда синий. А я хочу шарики. Так, держи взять. Синий. Ложи в корзиночку нашу. Так. Я хочу с Дедом Морозом. Ты хочешь с Дедом Морозом? Красненький? А вот такой с Дедом Морозом тебе не нравится? Нравится. Со снеговичком. Берем со снеговичком? Давай. А то этот зеленый какой-то такой. Но он, в принципе, тоже интересный. Ну, давай возьмем вот этот. Давай вот этот сапожок возьмем. Берем со снеговичком? Да. Отлично. Бери. Ложи в нашу тележку. А поскольку он стоит? Да, посмотрим. Ложи в нашу тележку. Поехали дальше. Такие веселые снеговички. А посмотрите, какой лось. Я лось. Я Рудольф, я лось Рудольф. Прикольный. Нет, это осёл. Мам, смотри, кого я. А здесь царство ёлочек. Посмотри, кого я нашёл. Кого ты нашёл? Ой, какой миленький. Дед Мороз в золотом цвете. Нет, это Святой Николай. Это Святой Николай? Да. Всё может быть. Вот такой снеговичок прикольный. Посмотрите сюда. О, еще один снеговичок. Розовый и желтый. Розовенький и желтенький возьмем? А я хочу такой, но мне больше нравится такой. А это прям украинский для настоящих патриотов, да, Тимофей? Да, возьмем такой. А мне знаете, какой нравится? Посмотрите, какой я красивый выбрала. Красный с золотым. Оно очень богато смотрится. Как а и вот эта рябинка. Такой. Ну хорошо, сейчас натащите скорее в нашу корзинку. Не заблудитесь? Идите, какие красивые шары. Они полностью прозрачные. С вот таким вот декором сверху. Птичка. Птичка, невеличка. Да? Классные. И роспись красивая. Так, ходим мы, выбираем гирлянду елочную на камин, для украшения камина. Это какая-то прям длинная и большая. Оно сколько? 1,8 метров. Нет, это много. А это всего лишь... Так, Тима, ну на, подержи ее с Машей, подержите. Держите. Держи. Подойдет к нашему камину? Да. Подойдет к камину? Да. Тогда забираем, да? Да. Идем ложить очередную покупку в нашу корзиночку. Маша, помогай Тимофею. Ты сам справишься? Да. Отлично. Смотрите, какую я картинку нашла. Узнаете? Да. Что это за картинка? Хэллоуиновская картинка. Только здесь еще есть такая. О, а здесь еще тыква есть. Видите, какая классная? Что ты там нашел? А, какой петушок классный. Петушок, золотой гребешок. Масляно-бородушка и снежиночка есть. А куда же этого петушка ставить? Просто на стол? Оно с подставочкой получается. Кажется, это под елку. Под елку просто? Это его и не видно, под елкой будет. Ага, видишь, шарик в... Это шарик в стиле хендмейд, да? Посмотрите, да. Вот какие. А посмотрите, шляпка с подарком. Класс, шляпка такая. А вот какая красота. Кстати, вот такие шишки можно сделать с вашей тетей Таней, которой вы ходите заниматься искусством. Давай принесем ей шишки. Да, ей надо собрать шишек, она с вами вот так вот разукрасит их. У нас же есть шишки. Вот, тем более. Посмотрите.
Это стеклянные шары, очень аккуратно с ними. И вот шары красивые. Коробки для шаров. И будем сейчас в эту коробку складывать наши шарики, наши покупки, да? Всем. Машенька, что ты там нашла? Ангелочка? Ну, давайте возьмем. Ну, давай, Тима елочку нашел. Кладите. А звездочку? Так, отлично. А где звездочка? Видите, вот мишки. Видите мишки? Давайте мишку возьмем. А я вот такой нашла. Хорошо, ложи сюда. Так, мишку взял? Да. Так, а там у нас еще, может, каких-то вот таких желтых шаров наберем, Маш? Давай. Давайте еще пару таких желтеньких шариков. Два желтеньких давайте и два красненьких. Берите два красненьких. Вон еще красненький. Нашли? Так, отлично. А синенькие? А синенькие мы сейчас другие возьмем. Да, давайте вот такие синенькие возьмем. Давай. Смотрите, какую я верхушку нашла. Смотрите, золотая и красная звезда красивая, рождественская. Возьмем ее? Возьмем, беги к тележке нашей. Так, наша тележка постепенно наполняется. Вот такие еще звезды. Но эти звезды мне не нравятся. Они как в советское время, а то рождественская звезда. О, какие у нас дети! И не узнаешь? Это кто здесь? Это Тима. Лисичка, сестричка, как тебя зовут? Маша? Ты вторым будешь? Да. Класс! Маша уже котика где-то нашла. Маш, классик! Ты такая красивая, как пони. Поскочи, как пони. Давайте вот это. Возьмешь себе такой парик? Да. Хорошо, бери. Маша, а что это вы нашли? Дед Мороза. Дед... Шары. Это шары предсказаний. А ну спросите у Деда Мороза, будет Дед этот Мороз, снег? Дед Мороз, будет у нас снег. Ну и как? Да. Будет этой зимой снег. Ух тышка. Вот. Дети, ну что, в этом магазине скупились? Да. Идем в следующий? Да. Пошлите.